На этих кадрах люди демонстрируют отклоняющиеся от нормы поведения, а в комментариях под роликами есть мнение, что у людей случилось осеннее обострение. Агрессивному поведению, как и депрессивному расстройству, нередко приписывают сезонность. Впрочем, слететь с катушек можно одинаково в любое время года, заявляет заведующая отделением психиатрической больницы Светлана Королева. Моя практика, а также мировая практика, показывает то, что сезонных депрессий не бывает. Не нужно путать депрессивное расстройство с хандрой, говорит психиатр. Плохое настроение бывает у всех. В холодное время года может быть, например, из-за нехватки витамина D. Бить тревогу стоит, если хандра затягивается более чем на 2 недели. Снижение активности, апатии. Пациенты часто замечают, что как будто бы и умственные у них способности хуже, что они хуже запоминают. Возможно, нарушение сна, изменение аппетита, как повышение аппетита, так и снижение. Пациент отгораживается, ему в тягость общаться, тяжелее общаться с друзьями, ходить на работу, выполнять привычную ранее для него нагрузку. Если эти симптомы сохраняются более 2 недель, это повод для того, чтобы обратиться к врачу-специалисту. Когда у человека случилось горе или есть наследственная предрасположенность к депрессии, то помощь врача необходима. В стенах Химкинской психиатрической больницы до 30% пациентов с депрессивными расстройствами. А вот профилактикой заболевания может заняться каждый самостоятельно. Правила простые. Полноценный сон, он должен быть до 0 часов, потому что тогда будет правильная выработка веществ в головном мозге. Это физическая активность. Она должна быть, все знают, о 10 тысяч шагах для обычного здорового человека. Это необходимость. Отсутствие вредных привычек или стараться их преодолеть. С мнением врача согласны и многие химчане. Люди не связывают плохое настроение с сезоном. Для некоторых осень – любимое время года. Золотистые листья на деревьях, вот эта вся атмосфера. Она поднимает настроение, хочется выйти погулять в такой дождливый даже день. Мне лично очень нравится, потому что дождик. И еще очень красиво смотреть на птиц, которые улетают. Мы очень любим осень. Она красочная, красивая. И настроение от этого не падает. Кому-то нравится дождь, кому-то нет. Поэтому у каждого тут по-своему. Ну, это у вас? У меня абсолютно все нормально. Хорошее настроение, хорошая погода. Нет, плохое настроение. Все хорошо. Осень прекрасная погода. Редко бывает, но бывает. Это зависит от народа, который вокруг. Отвратительное настроение. Почему? Как почему? Проблемы. Ну, мне-то, в принципе, без разницы, какое время года. Главное, чтобы на душе всегда была хорошая погода. Сегодня в мире 350 миллионов человек страдают депрессией. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2030 году это заболевание выйдет на первое место в мире среди причин инвалидности. Поэтому, если хандра затянулась надолго, а привычный образ жизни остался в прошлом, самое время обратиться к психиатру.